Парам-пам-пам-пам! Привет, друзья! С вами Ринки Метилару, Англия, город Лидс. Сегодня я решила устроить себе приятную прогулку вдоль канала, который идет до самого Ливерпуля. Но до Ливерпуля мы не пойдем. Я себе назначила цель — это Кирктальское аббатство. Очень красивые руины, там проходят различные фестивали. В 2019 году вы у меня видели оттуда сюжеты с оркестром. Сегодня чудесная погода, 20 градусов, солнце, вот эти красивучие тучевые облачка. Я хочу показать вам по пути природы, красоты. Хайя! Хайя! Который будет вокруг меня. И пусть это будет такое легкое видео с хорошим летним настроением и приветом от меня вам по всему миру. Сейчас я пришла в свое любимое место, это док, где у пристани стоят лодки, в которых живут люди, и порой здесь можно увидеть, как из трубы идет дым. Я очень люблю это место, здесь такая размеренная, чильная обстановка, очень много людей сюда приходит отдыхать. И здесь находится главный военный музей, экспонатов которые были перевезены из Лондона. Мы обязательно туда сходим. У нас есть здесь водное такси, к сожалению, сейчас оно закрыто. Я думаю, это связано с пандемией. Конечно, когда мы катаемся на лодке и смотрим снизу вверх на город, виды открываются совершенно иные нам. Вы их уже могли видеть в моих выпусках. Кому интересно, ставлю ссылку под видео на фестиваль, когда я каталась здесь. Друзья, а спонсором сегодня чудесной нашей прогулки является мобильное приложение CoronaPay, которая нам позволяет перевести деньги из Великобритании в Россию, Украину, страны СНГ без комиссии. 0%. Перевод денег осуществляется мгновенно. И CoronaPay предлагает нам самый выгодный курс валют Великобритании. Вот столько преимуществ для того, чтобы больше не мучиться искать сервисы, через которые можно перевести деньги своим близким, друзьям, родственникам, любимым, сделать кому-то подарок, перевести сумму своему бизнес-партнеру. Чтобы сделать перевод, вам нужно перейти в описание по ссылке, скачать приложение себе на телефон. Устанавливается оно очень быстро. Вы вводите данные отправителя, получателя, сумму, которую хотите перевести, нажимаете кнопочку «Отправить», и буквально за 2 минуты всего этого процесса деньги будут уже у получателя на руках. CoronaPay сделала все для того, чтобы перевод денег для нас был просто, удобен и быстр. Пользуйтесь этим сервисом и получайте удовольствие от перевода денег. Могу себе представить, как клево жить в этих домах. Ты можешь спуститься сюда к реке, всегда побалдеть. Да и балконы здесь у домов приличные, что можно даже позагорать на них, кроме той теневой стороны. Обязательная традиция всегда прикоснуться к шару рядом с этим мужичком. Что очень привлекательно и примечательно, здесь есть береза, одна такая стоит, красивая. Лидс-док украшает. Пойдем дальше. Где Лидс? Где Ливерпуль? Кажется, ой, как далеко. И нас объединяет этот канал. Конечно, никто не упустит возможность почилить на солнышке. У воды это особенно кайфово. Тем более, что здесь рядом центр в 5 минутах. Thank you.
Друзья, мы с вами попали на экшн. Сейчас увидим, как эта лодка покинет свои берега и красиво поплывет. Мы помашем ручкой. Смотрите, наверху на крыше у лодки солнечные батареи. О, уже почти заполнилось до уровня. Дошла я еще до одной пристани, вот так вот идешь по каналу, думаешь, лес, а потом опаньки, такое ответвление, много-много припаркованных лодок. Вообще очень круто было бы в Англии, к примеру, дня бы на три на такой куда-нибудь уплыть. Я так уходилась, почти 2 часа шагала и еще не дошагала. Заправочка, кофейком, капучинка овсяный. И наконец-то мы увидим эти потрясающие руины, которые меня привлекают. Буду ходить вокруг и снимать, надеюсь, что солнышко будет красивое, чтобы именно вот в таких уже вечерних лучах вам показать его мощность и громадность. Это Киркельское аббатство было построено в 1152 году. Почти что 900 лет ему уже, этим руинам. Друзья, кто меня знает давно, в курсе о моей любви и страсти к архитектуре, вот такой вот готической, с удовольствием гуляю вокруг таких руин и делаю видео зарисовки. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Ставьте лайки, покажите свою реакцию. Я шла сюда больше 2 часов. Потрясающая прогулка. Это классно, что можно, выйдя из дома, вот мне буквально нужно минут 15, чтобы дойти до канала. И потом, вне всяких трасс, дорог, ты гуляешь у воды, вдоль природы, наслаждаешься видами, порой видно город, порой только лес, и так можно дойти до Ливерпуля. Мы один раз катались на велосипедах, 32 мили накатали от города. Вау, такая красота! Пока мои ножки отдыхают, давайте расскажу немножко, как мои дела. Я продолжаю учиться в колледже. Первая неделя июля будет последняя и летние каникулы. Но я себя не освобождаю от чтения литературы. Теперь я каждую неделю беру книжку своего
уровня и читаю, и получаю удовольствие. Поэтому я не буду останавливаться. Представляете, если каждую неделю читать по одной книжке. Это же 48 книг в году. Немало, согласитесь. И поиск работы тоже продолжается. Не знаю, мне кажется, это уже невозможно найти в продажах, где-то в магазине, part-time. Что-то я теряю надежду, но она умрет последней, поэтому я еще буду биться, добиваться и пытаться искать. Очень хочется мне совмещать работу, чтобы я успевала и на YouTube раз в неделю делать видео, и заниматься мне курсом харизмы. Я делала в сообществе постик о том, что сейчас я увлечена своим новым родом деятельности. Для тех, кто не в курсе, а может быть, даже если в курсе, повторюсь, что я курирую учеников, где мы преподаем ораторские скиллы, навыки и прокачиваем харизму ребят. Это отнимает очень много времени, при этом это очень увлекательно. Мне нравится помогать людям, мне нравится в этом участвовать, потому что я сама прокачиваюсь. Классно быть для кого-то примером. Так что это тоже моя работа, и мы планируем расширять наш этот творческий проект. Об этом я вам расскажу в будущем, когда у нас все запустится. Есть большие грандиозные на это планы. А как без них? Амбиции надо свои проявлять. Пишите мне комментарии, подписывайтесь на канал, если впервые смотрите видео, и звоните в колокол, чтобы не пропустить следующий от меня выпуск. С вами была Иринка Витиларо, Англия, город Лиц. Пока-пока!